Всем привет! И это мое видео «Покупки к лету». Я прикупила довольно много вещей к лету, и в основном это футболочки, кофточки. Да, в основном это футболки и кофты. Нет, не кофты, а майки, вот так. И давайте приступим. Первая – это вот такая майка, она такого полосатого цвета, вообще она синяя и в белую полосочку. Она сделана как майка, это обычная майка из хлопка, и купила я ее в Остине. Мне очень майка нравится, и всем советую ее купить. Следующая, это вот такая вот футболка, она серого цвета, она такая прям минимализм, и на ней какие-то надписи странные, и посередине сердечко. Вот, я не помню, из какого это магазина. Ну, это обычная футболка, в принципе, она классная, и ничего плохого я не могу о ней сказать. Также я приобрела топик, на нем написано Vogue. Он спереди типа такой, ну, не потертый, а вот именно такие какие-то вырезы, я не знаю, как это сказать. И спинка у него тоже в вырезах. Классный топ, я вот люблю ее вот сочетать с такой вот юбкой, мне кажется, они смотрятся очень классно. Но юбка у меня не из этого сезона, а вот топ из этого. Мне кажется, очень классно смотрится. Дальше у меня идет вот такая вот футболка, она такого желтого цвета, очень приятного. Если приглядеться, то можно увидеть, что она вся покрыта ананасиками. И вот с левого боку у нее такой вот прикольный арбузик. Вообще футболка классная, но она очень теплая, то есть ее вносить вот в прохладную погоду летом. И это футболка из акулы. Следующая футболка такого красного цвета, даже тут присутствует три цвета, красный, белый и синий. Такая вот полосочка, она как бы такая вот тоже минимализм, но прикольно очень смотрится. И такая легенькая, мне очень нравится носить летом. Следующая – это футболка топ. Ее можно носить двумя разными способами. Вот так вот на плечах и чуть ниже. Она такая прикольного джинсового цвета. Я ее люблю носить с черными штанами. И вообще очень классная футболка. Она у меня из Сенсея. Сейчас заказала на Алиэкспресс вот такой вот беленький топ. И посередине гамбургер. Это прям я. И все наши. Ну, прикольно, очень топ, мне нравится, но он большой. Мне кажется, он большой, как именно для топа. Вот как майка, мне кажется, нормально. А вот как топ, мне кажется, он большой. Вот. Я его по Алиэкспрессу заказала, но вы сами знаете, что на Алиэкспресс не самые классные вещи. Поэтому вот такой вот топ, мне кажется. И последнее, то, что я заказала, это вот такое пальто. Да, пальто летом, классно, не правда ли? На самом деле я его купила чуть позже, как наступило лето, но, знаете, летом я его тоже носила. Пришлось, потому что лето у нас выдалось холодное. Он такой классный, вообще суперское пальто. Он такой классный. Суперское пальто. Я его тоже приобрела в Сенсея, он такого болотного цвета. Вот. И ничего больше не могу сказать. Это было все мое видео, надеюсь, нам было полезным и понравилось. И я с вами буду прощаться. Спасибо, что вы сегодня были со мной. И пока.